Всем привет! Покажи! Баксик уже сам нырнул два раза. Друзья, жара неимоверная. Мы приехали с этого. Я рад такой, так что тоже зашел в воду. Приехали со Змеева, купили дозу мы. Но будем покрывать ее вечером. Ну, чтобы завтра утром, потому что если сейчас 2 часа, если сейчас покроем, то ночью придется в 2 часа вставать, а не хотелось бы, я думаю, что будет нормально. И, друзья, приехали вот мы на речку, на природу. Нашли местечко, но здесь, вот, радый такой, гляньте на него. Моя собачка. Сейчас он будет со мной плавать. И здесь, друзья, вот покажи, у нас речка недалеко, буквально 2 километра, и у нас речка здесь идет, Северский Донец. И мы сюда с Катей ездим всегда, если, ну, есть. Мы ненадолго приехали, так, на часок, на максимум полтора, сейчас пару раз купнемся, немножко позагораем и уедем. Единственное, я уже немножко почистил, сейчас залезу, вот эту ряску уберу, потому что дожди и шли, холодно было, люди не купались. А ну. Тут глубина сразу такая. Но здесь, друзья, всегда был пляжик, они такие. Здесь всегда. Бывает воды больше, бывает меньше. Ну, в этом году хорошо воды. Баксюш! Друзья, Баксика только что ловили, бегал. Иди сюда, моя собачка, иди быстрее. Иди до меня, поплыли, поплыли. И, друзья, я залез в майки, сейчас буду нырять туда. Это. Заодно и простерну ее. Ну, нормально, все. Сейчас мы пару раз выйдем, зайдем. Мы купаемся в основном. Там, на этом. А ну, дай мне этот, на тебе очки. Дай мне круг, я поплаваю, друзья. Оказывается, они спущены. Сейчас я их... Ну, вот так вот отдыхаем. Не всегда получается, но когда жарко, мы, нам, я же говорю, ехать недалеко, сели на машину, 2 минуты, и мы на речке. Так что, то есть, ну, можно съездить. Понятно, что далеко, далеко мы не сможем куда-то поехать, потому что хозяйство. Перед тем, как ехать, я пошел, нарвал травы, поналивал воды им всем опять. Где этот архаровец? Баксюш! А ну иди сюда. Вон он. Бегает счастливая собака. Взяли на природу. Глубина я не знаю какая здесь. Ну, хорошая, друзья. Здесь 8 метров точно. 7-8. Это 7-8. Плюс-минус. Ну хорошо. Водичка уже очень хорошо нагрелась. Сейчас немножко покупаемся. Так, все. Мне хватит, зай. Сейчас моя, это ж моя подушка. А тебе сильнее надо качать. Все, давай я пойду проверю. Мы вот такие, с Катя, ленивые, на подушках, вот такие сейчас подушки. И мы плаваем всегда на них, лежа. Лежим и загораем. Вон, еще и взяли тещу с собой на прогулку. И с Баксиком, она с Баксиком гуляет. Ну, так, там, правда, бульяны еще есть, но... Обычно. Ох. Баксюш, иди к Саше. Баксюшечка, иди сюда. Иди к Саше. Иди. Меня. Иди быстрее. Иди на. Иди до меня.
Иди, моя собака. Паразит какой-то. Пойми, лови его, кидай его сюда мне. Максим, а ну давай я поплыву, что он будет делать. Так, ну что, друзья, купаюсь первый раз в году в этом. Ну да, земля такая. Ракушки тут, а все эти. Максим, иди сюда. Иди. Ой, вода классная. Все, друзья, вот, стою. Да не, не стою, здесь глубина уже большая, это я на кругу. Максюш, иди до меня. Иди быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Вода вот такая, друзья. Иди, 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 иди до меня, быстрее. Быстрее, Максюш, быстрее тону. Сюда, быстрее, быстрее, быстрее до меня. Быстрее. Не хочет меня спасать, друзья. Иди, 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 иди. Быстрее, 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 бурьяны. Максюш, давай, я тебя спасу. Все, все, моя собачка. Вот так, о. Все, приплыл до меня. Мой мальчик только ныряет. Все, все, я тебя спас. Ой-ой-ой. Он поплыл по кущерям, друзья. И этот... Чуть не запутался моя собачка. Я его быстро спасать приплыл. Моя мальчик мой. Не бойся, не бойся. Не бойся, Максюша. Не бойся, не бойся. Давай. Это моя собачка. Ой. Это, давай. Катя плывет до нас, Максюш. Эй. Это моя собачка. Он до тебя хочет. Вот такие мои собачки. На, он до тебя хочет, пришел. Ой, такие мои собачки, иди до меня, иди. Мой мальчик, ты прыгал, спасал меня, друзья. Ой-ой-ой, глаз. Глаз что-то попало. Все, ряска. Течение сильное. Моя собачка. Ну все, иди до меня. Иди прыгай до меня. Максюш, иди до меня. Дай мне его. Дай мою собачку. Он меня спас. Держишь? Да. Поплыли, поплыли, плыви. Назад. Все, давай, пошли, пошли. Пошли, пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пойдем, мои собачки, пошли. Я тебя на берег, ты уже за... он уже замерз. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Сейчас, давай, вот так. Вот, друзья, еще не достаю. А не, вот достал, муляка. Мул внизу. Пошли, пошли. Иди, иди. На берег, Максюшка. Давай. Все. Все, бежи. Все. Ты куда? Ты куда собрался? Ну все, иди, иди, до нас хочет. Все, прыгай. Сейчас, подожди. Максюш, подожди. Сюда, сюда, сюда. Иди сюда. Да. Моя собачка. На ему круг вот этот. А ну, пускай он до меня плывет. Мальчик, собачка. Моя боксюшечка. Все, все, все. Все. Все, спасаю тебя. Друзья, еще и
подумал, надо же ширяски утяткам наловить. Правда, здесь я ее уже всю разогнал. Ну ничего, сейчас попробуем немножко. Кинем им в этот. Пускай с травой будет, но немножко наловим. Опа. О, да, отлично. И водоросли будут сюда попадать. Вот так. О. О. Сейчас еще и мешок рязки наловим. Ну, мешок-то я, как всегда, погорячился, но немножко наловим. О. Фух. Да, надо будет сделать ковш какой-то. Попробовать поездить, рязки наловить утяткам. И гусятам, я думаю, будет нормально. О. Так. И еще и почищу пляж. Да. Ну, к концу лета здесь обычно везде, где можно купаться, везде чисто. Там дальше спереди получается пляж. Такой он. Ну, там больше в основном, если с детворой, там глубина небольшая. Поэтому там... Ой, ой, что-то там меня за ногу. Хватает. Похоже, еще наловлю. Вылез. Ой, как страшно. Так что такие дела, друзья. Мы иногда отдыхаем. Приезжаем на речку покупаться, освежиться. И поедем сейчас уже начнем тюковать. Потому что так еще сегодня рыжуха загул зашла, пока то все. Вот. Сейчас время будет около 3. Да. И начнем заниматься сеном. Дождя завтра не будет. А, по поводу еще сена хотел ответить. Друзья там говорят, а зачем это, если с поля? Хранить-то его удобней. Я взял тюк, заносить неудобней. Ну, то есть, одни плюсы. Я там потратил полдня, но зато куча плюсов. И ходить удобно, я же говорю, что и слажено. Его, во-первых, больше залезет. У меня вот это, что сено у меня уже есть, я его все не... Ну, в сенник не запрячу. А как говорят, в копычку, или как оно, или в кучку. Зима, дождь, снег постоянно. Ну, это, я помню, у брата мы управлялись. И у него солома накрыта. Так неудобно там, где слетело, все понамокало. А так я сделаю тюки, положу в этот, и все четко. Ну, то я уже заработал опять, мы же за год, мы приехали на отдых. Такой хочет залезть, Баксик, только в воду залезет и начинает его трясти всего. Ну, друзья, пока отдыхаем. Друзья, фу, давно не нырял. Короче, рязку не получится наловить. Вот он немножко наловил. У меня там какой-то друшляк валяется. Прикрутю к нему этот. Опа. И вот такие мидии тут есть. Ух ты, гляньте, живая. Тоже курам кинем. Тут можно и мидии наловить. А ну. Ну ладно, мидии потом. И в следующий раз, когда будем ехать, я приготовлю, чтобы был друшляк. Потому что очень тяжело тут ходить. Ветки такое противно по ногам. И уже потом наловим. Так что такие дела. Вот так мы и отдыхаем, друзья. То на сенокосе, то вот съездили. Сейчас немножко перекусили там по бутербродику. Еще раз сейчас купнемся и будем ехать уже домой. Дальше отдыхать в сарае. Ой, ну водичка классная. Все, друзья. Будем заканчивать на этой ноте. Уезжать, конечно, не хочется, но выбор невелик. Все, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.